Всему сейчас на смену пришло ок. Я очень хорошо отношусь к заимствованным словам. И в принципе, я считаю, что один из главных источников пополнения любого языка – это заимствование. Но одно слово в русском языке меня просто убивает. И я его всеми фибрами души ненавижу. Это слово «ок». Мы его сейчас используем везде и по всем поводам. Тебе понравился мой подарок? Ок. Как ты себя чувствуешь? Ок. Мы сегодня встречаемся? Ок. То есть со словом этим «ок» заменяется и убивается, да, все многообразие русского языка. Мы забыли такие выражения. Хорошо, конечно, безусловно, надо подумать, почему бы и нет, и так далее.